Всем доброго времени суток, вы на канале Интернет и Деньги. Вчера я зашел в интересный Fast Hype, но ролик записать не успел и решил это сделать сегодня. Что ж, давайте покажу вам, что это за хайп. Называется он Bitcoin, надеюсь, правильно произнес. Есть Telegram-чат, Skype-чат, группа ВКонтакте, а также есть группа в Фейсбуке. Давайте посмотрим, что он нам предлагает. Есть три тарифных плана. Первый тарифный план 20% прибыли за 5 дней, начисление каждые 24 часа. Сумма инвестирования на данном тарифном плане от 1 доллара до 2000 долларов. Второй тарифный план 17% за 3 дня, начисление каждый час. Сумма инвестирования от 1000 долларов до 20 тысяч долларов. И третий тарифный план 15% прибыли за 24 часа. Начисление каждую секунду, суммы инвестирования от 3000 до 100 тысяч долларов. Ниже есть калькулятор, вы можете рассчитать вашу прибыль с того суммы того депозита, который вы хотите сюда инвестировать. Выбираете тарифный план, тут вводите сумму, давайте, например, введем 10 долларов. И вот сразу ваш ежедневный доход и ваша прибыль. Инвестировано уже 7343 доллара, выплачено 439 долларов. Инвесторов 686, дней в онлайне 54, но на самом деле, ребят, это не так. На самом деле, по легенде сайта, зарегистрирована компания 54 дня назад, а стартанул проект только вчера, 11 февраля. Вот, кстати, это можно посмотреть на AllHypeMoon, всю эту информацию. Ну, давайте пока загрузится AllHypeMoon. В принципе, вот уже загрузилось, все хорошо. Вот как видим, старт 11 февраля, работает 0 дней. Так что, ребят, на этом можно не смотреть. Так, реферальная программа, здесь два уровня, 8% первый уровень и 2% второй уровень. Куча платежек, биткоин, эфириум, лайткоин, Dash, Nix Money, Perfect Money, Pair, Advanced Cash и Kiwi. Так, ребят, давайте. Да, кстати, на вывод здесь минималка 10 центов. Давайте покажу вам группу ВКонтакте. Вот тут уже 80 участников. Видите, вчера был тоже первый пост в группе. И тут вот есть отзывы о компании. Давайте посмотрим. Вот уже смотрите, две страницы. Вот резкие, вот люди получают 80 центов, вот 2.40. Сегодня человек получил, да. Как видим, проект платит. Кстати, в проекте есть интересная фишка, называется она Bounty. Давайте посмотрим. Вот, подарки за отзыв. Все, что вам нужно, это пройти регистрацию и открыть депозит, записать видеоотзыв о компании и подать заявку, заполнив форму ниже. И вот, подать заявку здесь 4, да? Смотрите, подача заявки. Тут вводите логин. Ваш логин в данном хайпе, ваше имя, ваш имейл и ссылку на ролик о этом проекте. Тут вот можете почитать условия конкурса. Извиняюсь. Вот я это делать не буду, чтобы не затягивать ролик. Кому интересно, можете это почитать. Ну что ж, теперь давайте перейдем в личный кабинет. Он у нас тут тоже красочный, все красиво сделано. Вот тут ваша персональная информация, здесь ваша статистика. Реферальная программа, тут все ваши платежки, можете смотреть, сколько на какой платежке у вас денег. Это, конечно же, если вы будете инвестировать сразу с нескольких, или если ваши рефералы будут с разных регистрировать. А тут суммарный ваш баланс. И смотрите, как сделать. Вот тут интересно сделано. Вкладочки «Открыть депозит», «Открытые депозиты», «История операций», «Вывести средства», «История выплат» и «Оставить отзыв». Давайте посмотрим вкладочку «Открыть депозит». Тут все просто, выбираете тарифный план, который вам подходит. Выбираете платежную систему, вводите сумму, тут выбираете валюту и нажимаете «Открыть депозит». Дальше переходите на платежную систему и подтверждаете платеж. У меня депозит уже работает. Я вчера закинул сюда 5 долларов, вот вы можете видеть, 11 февраля. Давайте я вам даже покажу на своем пайере, что это так. Перейдем в историю. Вот здесь 11 февраля.
минус 5 долларов. Давайте посмотрим. Вот так. Списание счета интернет и деньги. Сумма 5 долларов. Статус цифры магазин bitco.com. Как видим, я сюда вчера закинул 5 долларов. Так. Ну, все, дальше эти ссылочки смотреть, в принципе, нету смысла. Дальше вот тут есть отдельно реферальный раздел. Тут вы можете следить за вашей командой. Есть рекламные баннера и реферальные начисления. И есть ваши данные. Вам обязательно надо перейти в платежные реквизиты. И вот тут прописать ваши платежные данные, чтобы вы могли выводить отсюда денежку. Ну вот, ребята, вот такой вот интересный хайп. Надеюсь, он вам понравился. Ссылочка на данный хайп будет под видео в описании. Не забывайте, что в хайпах всегда есть риски. Так что инвестируйте с умом, всегда распределяйте свои риски, инвестируйте только свободные деньги, которые вам не жалко будет потерять. И помните, что все решения вы принимаете сами. Я сюда за руку никого не тяну, я вам дал информацию, а заходить или нет, вы решаете сами. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, вы были на канале Интернет и Деньги, и до новых встреч!